Привет, народ. Все мы сталкиваемся о том, что необходимо наточить быстро нож. Сейчас сам покажу быстрый способ наточения ножа. Без всяких там подводов, еще там правки. Это использовать обычные точилки. У меня точилка Фискарс. Вот такая. Можно точить топоры, можно точить ножи. Стрелка указывает. Нож тоже Фискарс. Ну, не имеет значения, какой нож. Ставим сюда. Раз 10-15 таких подводов, все, нож наточен, можно пользоваться. Это время заняло меньше минуты, без всяких заморочек. Так что я рекомендую, покупайте специальные точилки для ножей, и все, у вас займет минимум времени, не надо никаких там станков заточных или еще чего-либо. Все будет быстро. Все, всем пока.